Супруга моя говорит: Леш, а ты когда переоденешься? И когда ты будешь похож на тех девочек раскрученных? Я говорю: да никогда этого не будет. Вы должны понять, что я обыкновенный такой же человек, как и вы. Вот. Кроме всего, у этого человека вот проблемки, видите, с головой. Вот. И мы, естественно, ищем, естественно, находим вам самые дешевые ценники. Но, кстати, насчет ценников. То есть два варианта. Вариант номер один. Вы ездите на своем автомобильчике, проезжаете некоторое количество километров, и потом, куда вы машину свою? Вы свою машину отдаете на ремонт. А сколько у нас людей, которые хорошо все делают? Если честно, да вообще их нету, по сути, то. К слову, о тех, кто ремонтирует машину. Поэтому вы в моей передаче не увидите ни одного ремонтника. Ну, кое-кто будет, если у них получится. Опять же, я им отдаю свою машину и посмотрю, как все это делается. Есть вариант другой. Начинайте просто обрабатывать машину форсаном. Есть много на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Слова Уильяма Шекспира. И это было написано еще в 16 веке. Поверьте мне, сейчас количество того, что и не снилось, в разы больше. Хотите, чтобы ваш двигатель работал так и без масла? И вот вам вариант звонка Форсан. Мы говорим о чем? О том, что мы не готовы платить за аренду. Зачем? Какой смысл, да? Когда все можно сделать самому. Да, это лишняя трата денег просто за аренду. Аренда все съедает. Аренда все съедает. Да. То есть вы работали и практически платили за аренду, да? Да, все уходило, можно сказать, на аренду только. Хорошо. То есть вот о чем мы сейчас говорим. То есть Форсан мы обработали и получили качественный результат. И в результате мы не тратим деньги вообще. То есть едет машина и продолжает эксплуатацию. Да, ну на ремонт тратиться не надо уже. Если вы обработали двигатель, форсан, также КПП, ну все трущиеся детали обрабатываются. То есть ремонт уже не нужен. Экономия топлива идет за счет этого. Трение в 6 раз уменьшается. Появляется мощность двигателя. Ну тут уже... То есть понятен результат, да? Вы в любое место можете сами съездить, потому что форсан у вас есть в наличии, естественно, да? Да, да, да. Форсан всегда с собой. Позвонили, сел, поехал. Теперь вопрос, а как без аренды? Ну, понять-то надо. Первоначальная обработка форсаном – это 45 минут, и двигатель должен пыхтеть. То есть каков смысл в аренде? Поменял масло, залил форсан и сиди, жди. По сути, и то, и другое именно на улице меняется легко. Конечно, важен результат, но по сути масло с двигателя слили, поставили тазик, слили масло из поддона, затем все завернули и добавили форсан. Что такое, у вас не получается? Тогда звонок по телефону. Теперь вопрос, как обработать машину форсаном? Ну, по сути-то, вы должны просто дать свои замечательные ключики. Ну, просто дадите свои ключики. Кстати, человек, который занимается форсаном, вот его машинка, он на ней ездит, вот. Он просто приезжает к вам, и через час машина первоначально обработана форсаном. Через некоторое время, которое пройдет, вы также ему даете свои ключи, он также доделывает, и ваша машина исключительным образом работает на форсане. Одна простая причина. Других людей, которые занимаются форсаном, просто не существует. Нет, нету никого. Но тот, кто занимался, уже уехал. Ну да и ладно. Тем не менее, мы продолжаем все это делать. Теперь вопрос. Естественно, он не только форсаном все это делает, получается. Как поменять колеса? Поменять, простите, колеса – это отдельная тема, хотя вот здесь можно тоже это все сделать. Как поменять масло? Как же поменять масло? То же самое. Где вы хотите, то есть на работе. Договорились, позвонили. Приехал человек, домкратиком приподнимается, инструмент у него есть. Также все это дело меняется. Машина у вас, представляете? Да, вам не надо никуда ехать. Проблем вообще никаких не существует. Все здесь есть. И масло меняется. Ну, чем ли это не радость-то? Представляете? И вы, естественно, не платите за аренду, в том числе. А? Красота? Я так думаю.